У шестирічному віці пережити зустріч зі смертю і почути з неба громовий голос. Не помреш, але будеш жити. Одружитися на дівчині, на яку сам Бог казав «Ось твоя дружина». Залишити квартиру на березі моря, бізнес, друзів. Відмовитися від авторитету, щоб в 27 років відкрити церкву в найскладнішому місці під назвою Незавірталіка. Одна з версій – це місце по приказу Катерини II силали рабів, які не мали змоги повернутися. Отже, в Незавірталіку завернув сам Бог. Отримати діагноз рак і перемогти його. Поїхати в інші міста та країни, відкрити церкви, навчити людей не грішити, вірити Ісусу Христу, любити, прощати, як чесно трудитися та заробляти, як проповідувати та передати ці знання далі. Залишити все людям і в 40 років переїхати в Одесу. Без житла, без підтримки і наново рятувати людей. І врятувати мою душу. Сьогодні проповідь Євангелія торкнулася 500 мільйонів людей через соціальні мережі та тисячі людей стали учнями Ісуса Христа. По всьому світу люди хрестяться онлайн і понад 300 людей вже відкрили канали YouTube для проповіді Євангелія. І це не казковий персонаж, а реальна людина. Спасибі вам, пастирі. Сегодня в нашем доме мы имеем много духовных детей, которых мы родили и вырастили благовестием Иисуса Христа. И те, кто 25 лет назад задавали вопросы, где же дети семьи Салтаненко, сегодня видят, как Господь благословил нас множеством любящих и послушных, данных Богом детей. Мы также видим, как Ник Вуйчич, не имея рук и ног, является одним из самых известных проповедников-мотиваторов по всему миру. Так, на праздновании Дня Благодарения в Украине около 500 000 христиан собрались в центре Киева послушать послание Ника Вуйчича. Тогда много людей, получивших увечья и травмы, приняли ободрение от его огненного выступления. Возможно, сегодня вы также пережили ужасы войны, боль, страдания и непонимание. Но с Богом ваши самые тяжелые проблемы, ситуации и недостатки могут стать вашими самыми сильными качествами и преимуществом. Мы создали этот фильм, чтобы вдохновить вас действовать и проповедовать, а не жить в поражении. Почему Бог не исцеляет всех? Посмотрите на увечных, больных, инвалидов, таких как Ник Вуйчич. Он объездил весь мир, благовествуя и вдохновляя людей, хотя в детстве пытался покончить жизнь самоубийством, потому что Бог не ответил на его просьбу. Маленький Ник молился, чтобы у него выросли руки и ноги. Он задавал Богу вопрос, может, я согрешил или мои родители? Но никто не согрешил, как и в библейской истории со слепорожденным. Бог сказал, что он родился таким, чтобы через это прославился Господь. Через жизнь Ника явлена слава Божья, и это видит весь мир. Так и ваша самая большая проблема может стать вашим преимуществом. Многие священники, мировые ученые, талантливые люди были инвалидами, но они проповедовали и прославляли Бога своими достижениями. Бетховен, будучи глухим, смог услышать голос Творца и запечатлеть его в музыке. Эдисон, прозванный отцом электричества, будучи глухим и необучаемым, доказывает существование Бога научным путем. Многие осуждают верующих за то, что они больны, инвалиды или не имеют детей. Но не судите и не будете судимы. Множество здоровых, богатых людей предстанут на суд Божий, но судьями у них будут те увечные верующие. Почему? Потому что при жизни они не имели рук, ног, здоровья, детей, но они шли и несли радостную весть о Христе всему миру. На суде вечном их страдания окажутся великой привилегией, орденами, наградами и преимуществом. Христос не осудит их за то, что они не исцелились. Он осудит тех, кто не проявлял сострадания, заботы и поддержки к ним. Ибо сам Бог избрал не мудрое мира, немощное и слабое, ничего не стоящее и уничиженное, чтобы посрамить мудрых и сильных. Они, как Ник Вуйчич, проповедуют всему миру и зовут всех людей на пир Божий, в церковь. На улицах вас встречают уличные проповедники. Вы видите рекламу церкви на маршрутках, в социальных сетях, смотрите церковные клипы в Ютубе. Но можно найти миллион причин, чтобы не прийти в церковь. Есть заботы поважнее. Новенький автомобиль, молодая жена, имущество, земли, бизнес. Богатым не до Бога, поэтому Бог зовет бедных и увечных. Он говорит, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И часто присутствует такое непонимание или осуждение, или разочарование у людей. И когда смотришь на Ника или на Федорыча, когда у него там с сердцем была проблема, ты смотришь, какой-то проповедник может быть инвалид, или там даже пастырю пришлось столкнуться с врачами, или кто-то без рук, без ног и проповедует. Есть в этом очень сильное откровение. Иисус, он сказал, что когда, знаешь, апостолы задавали вопрос, он говорит, вы сфокусируйтесь на своем деле, потому что, говорит, когда придет кончина этого века, вы воссядете судить израильский народ. Когда будет конец, будет очень много людей стоять здоровых, с руками, с ногами, полноценных, богатых, небогатых, умных, каких угодно. Но судьями у них будут стоять люди, у которых не было рук и ног, но он проповедовал и служил Богу. У него там проблема со здоровьем была. Может, у него сахарный диабет был. Или клапана нет. Куча проблем, или явные, или неявные. И в этом есть просто сильнейший ответ. Почему Бог не исцеляет всех? Когда будет суд, поднимется огромная армия людей, которые были инвалидами. И они были верующие. Они влияли, они проповедовали, они не стеснялись. В принципе, на суде будет уже этим все ясно. Не надо будет ни с кем спорить, не надо будет никому доказывать, потому что этот человек неполноценный. И он мог верить, служить Богу, нести позитив, нести откровение Божье. И с другой стороны, будет великое множество людей, которые богатые, полноценные, у них все есть. И они ничего не делали. Они не верили, они постоянно осуждали, они непонятно чем занимались. Они не строили церковь, они не могли любить, они постоянно соблазнялись. Как? Они проповедуют, они исцеляют людей. Или у верующих каких-то, не только у проповедников. Серьезные проблемы. Это их великие ордена в вечности. Тот же Ник... Без рук, без ног парень. Когда он приезжает в какую-то страну, его телевидение показывает. Поэтому он уже будет присутствовать на суде на уровне этих стран, которым было показано. Вот вам человек, без рук, без ног, верит в Бога. Вот так он живет. Образцовая жизнь. Насколько он верит, насколько он доверяет Слову Божию, насколько он проповедует. Аллилуйя! Федоровича на операцию положили, а он родился, что у него дырки там в сердце были, ему вообще сказали, в 7 лет умрет там или во сколько, а он дожил там почти до 45, и ему вообще говорили, а как ты живешь? Давление 100 на 0. Когда меряют, скорую сразу пытались сказать, что такое? Как ты живешь? У меня такое впечатление, что Бог на самом деле где-то даже специально выбирает. Тот, может, преступником был, знаешь, тот изгоем каким-то был, тот инвалид. Тот неполноценный. И это в Библии написано. Он говорит, вперед вас, мытари, грешники, то есть кто угодно идут, чем вы, которые говорите, я Библию читал, я знаю Библию, я понимаю, я в Бога верю, у меня свое мнение, у меня свои представления. И люди, они спешат осудить. А что Бог его не исцелил? Для того, чтобы у него еще больше было привилегий, еще больше было орденов. Для того, что сразу будут осуждены только от одного присутствия, когда Ник придет на суд без рук, без ног, или человек, у которого полсердца было. И он служит Богу, и радуется, и проповедует, и вдохновляет, а ты судишь. Почему Иисус сказал? Он говорит, кто-то был болен, вы посетили, вы позаботились, вы пришли к нему. И он говорит, те, которые пришли, вы благословенные. А те, которые осуждали, те, которые не помогали, кем вы являетесь? Козлы, проклятые. Потому что в этом есть точно так же план Божий. И эти худшие моменты, которые кажутся в жизни этих людей, Ника там, или Федоровича, или может еще кого-то, нашей жизни может быть... Люди же не думают, я приду на суд, я столько смогу Богу высказать претензий.
А Бог возьмет и просто против тебя поставит. У этого ноги нет, у того рук, ног нет, у этого там поджелудочной нет. Вот так вот они жили, они верили, доверяли. Исцелил Бог, не исцелил. Врачи говорят, а вы вообще жить не должны. Да, но мы живем, мы проповедуем, мы дальше служим, у нас все нормально. Поэтому я вам хочу сказать, что я знаю жизнь многих людей и проповедников. Когда я был молодой, я не понимал, почему написано. Но когда я начал взрослеть, я увидел, что в Библии не только это написано. Написаны и другие вещи. Например, Матфея 25 глава, да? А чего вы не пришли? Иисус не говорит, что вы не пришли, не исцелили больного. Он говорит, почему вы не посетили, почему вы не поддержали больного? Он говорит совершенно о других моментах. Кто-то сегодня откровение получает? Кто кается, готов уже? И это величайшее чудо, когда нищие благовествуют. Нищие, у которых ничего нет, даже здоровья, идут и проповедуют о Христе. Они свет мира, как лампочка, которую видят все. Бог допускает какие-то временные страдания в жизни верующих, чтобы еще больше привлечь внимание к ним. Через проблему Ника Вуйчича Бог привлек внимание всего мира к Божьему свету. И вы точно так же являетесь лампочкой Божьей. И люди, видя ваше сияние, прославляют Бога.